Обрести семью. Круглый год специалисты управления отдела и попечительства ищут для детей-сирот заботливых родителей. Сегодня наша съемочная группа познакомилась с Ромой и Сережей. Эти мальчики разных возрастов и судеб, но их объединяет одно – желание стать частью дружной семьи. Слово Марии Федорчук. В свои 5 лет маленький Сережа уже стал сиротой. Сейчас он живет в детском доме и мечтает найти семью. Такие шансы у него есть. По статистике, детей до 15 лет забирают чаще. Малыш очень веселый и жизнерадостный. Как и все детки в его возрасте, любит играть. А больше всего ему нравится петь и танцевать. Роме 13 лет. Он увлекается спортом. Любимые игры – теннис и футбол. С командой он уже успел побывать на соревнованиях в Тюмени и Сочи. Несмотря на то, что своего дома у него пока нет, Рома старается создать уют в доме своей любимой воспитательницы. Даже мне нравится ходить здесь на, помимо футбола, другие пуски на кружок умелые руки. Там можно много чего сделать. Я сделал уже все приборы для кухни и подарили их на юбилей нашей воспитательнице. Рома и Сережа очень веселые мальчики. Они верят, что найдутся люди, которые подарят им свою любовь и заботу. Рома не только спортсмен и рукодельник. Он очень любит учиться, и у него это хорошо получается. Ирина Николаевна. Ну, так мы с утра ходим, в школу приходим, делаем уроки. Но все... Отдыхаем, смотрим телевизор, кто играет в телефоны, кто на куски на всякие ходит. То есть у нас тут много всяких кружков, на которые каждый ребенок себе найдет по душе. В течение 2014 года специалисты управления опеки устроили 25 детей. Из них 11 вернулись к законным родителям, 8 под опеку в приемную семью. Эти дети все очень нуждаются в устройстве в семью. Они хотят жить в семье и хотят получать все радости, которые не додали им бывшие их родители. За пределами нашего города до настоящего времени находятся в детских домах на территории всей Российской Федерации еще 8 детей, которые очень ожидают своих, конечно, замещающих родителей. Те, кто мог бы стать родителями этим ребятам, могут обратиться в управление опеки и попечительства по адресу Индустриальная 4, кабинеты 205 и 418, или позвонить по телефону 22 10 40 22 15 16. Мария Федорчук, Масуд Мунаев, служба новостей «Импульс».